В начале данного видеоролика хочу, ребят, к вашему вниманию представить канал Док из 95. Ребят, это крутой канал по Блокстрайку, к сожалению, на канале пока что очень мало информации, очень мало видео. Но, пацаны, давайте поможем, просто сделаем приятное начинающему ютуберу. Подпишемся на его канал. Ссылочка есть в описании, а мы продолжаем. Я вангую, мне сегодня выпадет 2 керамбита, 1 гуднайф и 1 точковые ножи. Кто, ребята, тоже верит, что Кентукки сегодня повезет, что мне хотя бы выпадет не АВП Injection, то прямо сейчас поставьте лайки, подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчики и напишите комментарий. Все, ребята, без лишних слов. Я знаю, что вам не нравится, когда я полчаса говорю в начале. Вы все перематываете до того момента, когда я открываю кейсы. Поэтому, ребята, прямо сейчас я начинаю крутить кейсы. Ух. Немножко страшно, потому что я, ребят, очень, прям очень-очень давно в последний раз вообще открывал кейсы, ребят. Но все-таки я решил, что уже прошло довольно-таки много времени, и мне должно повезти. Ну что же, понеслась жара, поехали, поехали. Давайте, давайте, ребят, держим кулачки. Что же выпадет Кентухи? А ну-ка, ребят, смотрим. Давай, керамбит, керамбит. Блин. Эх. А все так хорошо начиналось. Ребят, к сожалению, мне выпал в очередной раз скин на АК-47. К сожалению, увы и ах. Ну что же, давайте попыточка номер 2. Ну, ребят, скажем так, первый раз у нас был просто тренировочный. Это, так сказать, ну такой, в полсилы. А вот сейчас, ребята, мы уже во всю мощь откроем кейс, и нам по-любому повезет. Ну чё, поехали, поехали, поехали. Так, так, так. Опа! Опа! Видели гуднайф? Ребят, хорошая примета. Это очень хорошая примета. Так, так, так. Гуднайф, ну. Да не! Да не! Ну не, ну пацаны, ну плохая шутка. Да ну чё это такое? Радует только одно, то что раньше этого скина у меня не было. И все. Из плюсов, ребята, все. Блин, у меня осталось очень мало попыток для открытия кейсов. Ой-ой-ой, как же это не люблю. Ребят, я еще хочу себе оставить 2000 золота, потому что у меня будет стрим. Я еще хотел открыть на стриме кейсы. Хотя, возможно, еще задоначу. Ну, посмотрим, ребят. Ладно, не суть, не суть. Давайте просто дальше крутить кейсы. Поехали. Так, давай, 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 давай. Ну, что-то хорошее. Ну, не лажа, ну, не лажа. Ну, что-то нормальное. Нет, 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 нет. Дальше, дальше, дальше. Эх, 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 эх. Увы, ах, выпал ФАМАС. Эх, ребята, печаль, беда, обидненько, обидненько, очень обидненько. Ну ладно, ребят, еще не все утеряно, поэтому поехали, поехали. Понеслась жара, так давайте, ребят, держим кулачки за Кентуху, потому что мне, ребят, сегодня должно повезти. Так, когда я сказал, мне должно повезти, я имел в виду, что мне не выпадет P90 пингвин, а то, что мне выпадет что-то нормальное, что-то годное. Как же я люблю эти скины, ребят, да, вот почти каждый раз, когда я открываю кейсы, мне, ребят, выпадает P90 и Injection. Эх, как же я люблю эти скины, это для меня такая память прям, вот память, ребят, я вот не вру. Ладно, все, давайте, без лишних слов, продолжаем. Так, у нас еще осталось вроде бы 5 попыток. Так, а ну-ка. Да не. Да не, да ну вы шутите. Да не может быть. Не, ну я все понимаю. Не, я, конечно, извиняюсь. Я, конечно, приношу свои глубочайшие извинения. Но, черт возьми, что это за дерьмо? USP. Блин, ну и лажа. Ну, давайте, ну хотя бы сейчас. Ну, ладно, ребят, ну уже попадало мне уже много лажи. Ну, пожалуйста, ну смилуйтесь надо мной. О, керамбит! Керамбит! Керамбит, давай, до свидания. АК-47. Привет, как дела, да? Это так называется. Эх. Ах, как же я люблю, ребят. Сколько мне же? 2 или 3 скина выпало на АК-47. Не, ну это уже, слушайте, уже... Уже я уже начинаю ненавидеть АК, ребят. Я уже скоро буду убрать вместо АК Галил. Потому что что-то вообще, ребят, сильно-сильно мне не фартит. Так, осталось у нас еще 3 попытки. Поехали. Так, 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 а ну-ка, что же выпадет Кентухи? Слушайте, окажись, раньше этого скина у меня не было. Не, ну вот это, ладно,
Вот тут, ребят, грех жаловаться. Раньше скина этого у меня не было. Он прикольный, он красивый, он необычный. Поэтому, ребята, такой скин грех жаловаться. Поэтому, в принципе, могло быть и хуже. Поэтому спасибо и за это, скажем так. Неплохо, ребят, неплохо. И у нас остается ровно 2 попытки. Не, ну если нам попадется повторка, то да, 3 попытки. Но пока что у нас только 2 попытки. Поехали. Так, я уже видел 2 ножа. Это, о, 3 ножа увидел. Так, а ну-ка. Вот, блин, ну, пацаны, ну прям скин моей мечты. Вот всегда мечтал, чтобы мне выпал скин на Save It Off Matrix. Ребят, вот прям вы бы знали. Это, знаете, это как девушка. Вот прям всегда мечтал, ребят, всегда мечтал об этом скине. Кто не понял, сейчас будете писать в комментариях. Кинь, да пока, да это же полная лажа. Ребят, это был сарказм, поэтому надеюсь, что вы поняли. Если вы не поняли, то я вам объяснил. И давайте дальше открывать кейсы. Ну что ж, у нас последняя попытка. И прямо сейчас мы, ребят, узнаем, облажался ли Кента ПК, как обычно, или нет. Поэтому поставьте лайк, кто еще не поставил. И мы идем дальше. Поехали. Так, пожалуйста. Опа, кажись, был Good Knife. Или мне показалось, ну, было что-то полезное. Блин, просто без комментариев. Это самое проклятое открытие кейсов из всех, которые у меня когда-либо было. Прямо, ребят, ну, я не знаю, меня как будто кто-то проклял, не знаю, как будто разработчики меня прокляли, говорят, Кента ПК, ну все, теперь тебе будет выпадать полное дерьмище. Как будто, знаете, как будто Рустам сидит такой на троне и такой, Кента ПК, с этого дня тебе будет выпадать только полное дерьмо. Никаких керамбитов, никаких гуднайфов, никаких тычковых ножей, только инжекшн и только полное дерьмо. Ну, ребят, ну я не знаю, как это можно объяснить, уже сколько раз я открываю, и каждый раз мне выпадают скины еще хуже, чем в прошлый раз. Ну, не знаю, пацаны, ну давайте хотя бы лайками вы меня порадуете. И вот если будет много лайков, то я сниму еще одно открытие кейсов. Ребят, прошу вас, сильно, просто ставьте лайки. Вы знаете, пацаны, вы знаете, да, у нас такой с вами договор. Вы ставите много лайков, я для вас снимаю много крутых видео. Пацаны, пожалуйста, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, хорошая примета. Напишите в комментариях, мол, Кента ПК, ну ты и нуб, даже у меня уже есть керамбит, не то что у тебя. Ну вы поняли, все как обычно. Все, ребят, всех люблю. И еще там, кстати, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Все, давайте, ребят, всех люблю, всем удачи и всем пока.